Итак, всех приветствую на своем канале. Продолжаем игру Mafia Definitive Edition. Подожди. Да, как договаривались. Толпу я беру на себя, на тебе менеджер. Если угрозы не сработают, делай, что необходимо. У него ключи от хранилища. Сколько у нас времени, если сигнализация сработает? У нас до приезда полиции есть минут 5. Может, чуть больше. А если все накроется? Я ни хера не шучу, Том. Если услышишь выстрелы, сразу же не выбегай. Без бабок я отсюда живым не уйду. Работаем? Работаем. Всем живо лечь на пол! На пол, мать вашу! Но не вы, дамы! Стойте так, чтобы мы вами любовались! Дернется, получит пулю! Найди менеджера! Я что сказал? Всем лежать! Найди менеджера! Я что сказал? Всем лежать! Если кто шевельнется, так, ну начну что? Стрелять! Надо найти, короче, менеджера. Менеджер, все менеджер. Хотим вернуться домой живыми и обнять своих детишек, так? И чтоб без героизма сегодня! Я не шучу, все меня поняли! Ты менеджер? Алло. Нет, не ты. Ебана. Поля, где менеджера искать? А, вон, наверху, наверное. Ладно, нахуй, пойдем наверх. Ведь именно сегодня. Пожалуйста, не трогайте нас. Погнали, за мной, в хранилище. Сделаю все, что скажете. Обойдемся без жертв. Давай, бегом, сука. Вам нравится унижать того, кто слабее вас? Слушайте, я просто люблю деньги. Когда а ты, парень, лечу, останешься жив, если не будешь дурить. Понял, блядь. Я нахуй в спину стрельну. Сколько там охранников? Один. Нет, нет, он нет, будет нет, стрелять? Нет, нет, нет. Я не знаю. Стреляли, если увижу пушку, застрелю его. Так что скажи ему, чтобы не рыпался. Все в твоих руках. Понял, блядь. Сука, пизда был ебаный. Один, нахуй. Конечно, один, нахуй. Там по-любому их целая армия, сука. Все идет по плану? Менеджер охотно идет навстречу. Каждый делает то, что должен. Верно, приятель? Шагай. Давай, сука, дуй. Срок не зайдет. Вы пожалеете. Да ты лучше о себе подумай. Если хочешь дожить до выпускного своей дочки, держи руки так, чтобы я их видел. И охраннику прикажи. Запомни, когда встретим охранника, прикажешь ему положить ствол на пол. Понял? А иначе тебе пизда будет, нахуй, друг. Так что давай, сука, лучше слушайся, вон он охранник, слушай ебаный. Слушай очень внимательно, сейчас ты положишь свой... Убейте! Ах ты, сука, убейте, говорит его, стреляйте. Ах ты, пидор, блядь. Занимай укрытие! Сука, нихуя я просмотрел его. Я тебя нашел. Че, сука, стрельнуть? Где ты там, падла, нахуй? Хуя вас тут ебать? Толпа, нахуй. Ну и чё, сучка? Хранилище на столе. Не нужно убийств. Я не хочу умирать. Да? Зато, сука, орал ебать. Убейте его. Пидор, блядь, ебучий. Сука, козёл в натуре. Так, вон оно, ебаное хранилище. Надо аптечкой подлечиться.
Идем в хранилище. Вот оно, драгоценное. Господь милосердный. Хорош тут ныть! Валим! Бери бабки, пора валить. Давай же, блядь, бери, я тебе сказал, ты чё, сука? А без этого никак. Руки вверх! Ох, нихера себе! Ебать, вот это мы попали нахуй. Давай, сука, я знаю, вот ты там. Нихера себе. Мочи, вы чё охерели, что ли? Сука, заебешься нахуй. Сейчас я тебя застрелю, сука. Блять, ну да. Погоди, отдышусь нахуй. Ты-то, сука, в укрытии там сидел, мудила. С мешком с этим, блядь. А я тут нахуй на передовой, блядь, отстреливался. Стрелять на поражение! Подкрепление уже в пути! Вызовите сюда весь участок! Плохо дело, Том! Их слишком много! Надо уходить через черный ход! Давай, сейчас подлечимся, на всякий случай. Вот она, наша тачка, все заебись. Давай, садись уже. Ты хули стоишь? Садись давай, быстрее, блядь. Погнали нахуй. Давай! Куда? Куда хочешь, сбрось копов! Куда? В пизду, блядь. Еще один на помощь приперся! Зацепил! За тобой! Да похуй, сейчас будем удирать от них. Я же водил, это ебать от бога нахуй. Офицеры видели его в Холбруке. Сейчас ебемся, не ссы. Хуя сколько за нами, блядь, мусоров. Вообще пиздец. Куда ты нахуй? Попал в него! Молодец. Я рад за тебя. Всем постам в Холбруке. Мы его потеряли. Будьте настороже. Охуительно. Но пока рано радоваться. Он ушел. Вернитесь к патрулированию. Поймали. Куда теперь? В клуб Палермо. Клуб Сэма? Ну да. Сейчас там никого. Если он не узнает, вреда не будет. Ну ладно, все, едем в клуб. Че за ебаная вас нахуй? Встали, сука. И ехать не едут. И тупят, стоят. Том, еще чуть-чуть. Мы почти сделали это. Вот именно что почти, Полли. Дело будет сделано, когда у меня сердце перестанет колотиться. Да ладно, ты не ссы, ебать. Уже все. Уже почти приехали. Ребята, также не забываем подписываться на канал, ставить лайки, нажимать колокольчик. Итак, вот все, загоняем мы машину. Все, огонь. Всем спасибо, кто был с нами. Получилось? Нихера себе, мы это сделали! Мы богаты! Мы богаты! Ебать, не обоссысь нахуй от радости, ну. За старые добрые. Давай, буханем.
Расходимся. Ну что, до завтра? Если я не буду на Гавайях. Это да тебя пух, что ли? Шучу я. Попробуй только. Без тебя, приятель. Иди домой. Отпразднуй с Сарой. Утром заходи ко мне, поделим бабки. Да, ладно. Удачи. До завтра, друг. Радостный такой, наверное. Спасибо всем, кто досмотрел до конца.